Антинаркотическая комиссия Краснодарского края предупреждает. Когда человек начинает курить, он испытывает эмоции, да, изначально. Это эйфория, это какое-то расслабление, это успокоение, как многие нам говорят. И когда после того, как он страдает табакокурением, эти эмоции начинают притухать, он ищет эти эмоции на стороне, так скажем. То есть та же токсикомания, те же какие-то легкие виды наркотиков. Вот он хочет заменить те эмоции и найти их опять вот этими веществами. 99% лиц, которые обращаются к нам за помощью, это табакокурильщики. В каждой сигарете 150 ядовитых веществ. Они разрушают печень, почки, ухудшают работу сердца и мозга. Курильщики умирают от рака легких. Сигареты – путь к наркотикам. Не убивай себя!